Доброе утро, друзья! А слышали ли вы, что чумой 21 века называют вот какой диагноз? СИДОС. Это вообще страшное заболевание. Это страшное заболевание. И сейчас вот мы, сидя на этом диване, страдаем этим заболеванием. Да, потому что СИДОС – это сидячий образ жизни. И есть у нас человек, который готов излечить это заболевание. Давайте же поприветствуем его стоя. Лекарь, фитнес-инструктор. Пекарь. Спасатель. Шатал Абджанидзе заглянул в эту студию. Шатал, привет. Ну, собственно, можно уже и посидеть. Можно и посидеть. Так, друзья, всем привет. Я тот самый человек, который вас избавит от СИДОСа, от этого страшного заболевания. Итак, с вами сейчас проведем интенсивную зарядку. Будем делать три упражнения. Одно будет на пресс, такое интенсивное, разогревающее. И сделаем два упражнения на спину. Итак, в качестве пресса я сегодня выбрал упражнение «Скалолазка». Мы принимаем упор на руках. Скалолазка? Да, или скалолаз. Слышали это? Скалолазка и скалолаз. Как удобно. Так. И отсюда интенсивненько работаем, подносим колени к груди. Вот это клёгенько получается, знаешь, как будто бы это и не трудно. И не так и сложно, да. С налёту можно сделать такое упражнение или нужна какая-то хорошая физическая подготовка? Да нет, это любой справится с этим упражнением, довольно легкое упражнение, интенсивное. Просто не любой справится со следующим утром, когда это все будет болеть. Да. Этим самым упражнением мы погоняем кровь по организму. Итак, начинаем делать упражнение на спину. И будет у нас первое упражнение. Также мы ложимся. И тут главное не заснуть. Ложимся на спинку. О, это опасно. Действительно можно так вот сразу опять погрузиться в сон. И прожимаем руки назад, заводя лопатки. Тем самым мы прожимаем широчайшую мышцу. Опять вниз. И наверх. Но здесь прокачивается только спина или ягодицы тоже у нас спина. Прихватывают? И ягодицы тоже прихватывают. Попочки. Прихватите. Прихватите, да. Ягодицы и прокачайте. Друзья, здесь мы выполняем три подхода по 15 повторений. И третье упражнение мы акцентированно поработаем на широчайшую мышцу. Нет, говори как есть. И третье упражнение. Добиваем себя окончательно с самого утра. Добиваем себя окончательно. Нам нужна гантель. Или любая другая емкость можно использовать для отягощения. Ставим ноги вместе. Отсюда из полностью растянутого положения я протягиваю руку сюда, к себе, к поясу. Оп. И вот так вот работаю тоже на 15 повторений. Задняя широчайшая. У вас тончайшая. Если у вас пока задняя широчайшая, пока является тончайшей, работайте и станет широчайшей. Широчайшая, может быть, ужчайшей. Это самое упражнение вас делать широким, как шкаф. Как шкаф. Ну Супер. Что, вот такая вот утренняя зарядка от Шатала Абджанидзе. Делайте, повторяйте и будьте красивыми. И широкими, как шкаф.